лучше было. У него даже не себе, родил, чтобы не было. Кто? Уже пальцы уже никак. Никак не поет, а не местится на месте. Уже давно не играл, блин. Началось, ну, если считать с моего детства, то, в общем-то, страсть к старым вещам у меня появилась очень давно, еще в дошкольном периоде, потому что я жил в частном доме, но в Москве в частном доме, и поэтому вещи, которые меня окружали и окружали моих родителей, они очень запоминались. Детская память самая цепкая. И, в общем-то, как раз вещи, которые там были. И уже потом, получив одну квартиру, там, переехав с моими родителями, потом вторую квартиру, потом уже самостоятельная жизнь началась со своей семьей. Вещи из прошлого я не мог тащить с собой. Но в голове где-то держал вот эту мысль, что когда-нибудь может появиться место, где все воспоминания можно было бы объединить. Вот и музей так и возник.